Меня зовут Рамзес III. Я живу в этом доме. У меня есть 3 спальни, кухня, 2 теплых туалета, ну и, конечно, большой туалет на участке. Еще я тут ловлю всякую живность. У меня есть родители, мама Лариса и папа Виктор. Папа Виктор, смотрящий по восточному побережью, все время уходит куда-то, чтобы приносить деньги. На эти деньги мама Лариса покупает мне еду. Я люблю креветки, сырую рыбу, сибас там всякий, ну и прочие вкусности. Консервированные продукты я не употребляю, потому что мне это вредно. Еще у меня есть брат Антон. Он учится в университете, чтобы потом, когда папа Виктор совсем состарится, занять его место и приносить деньги мне на свежую рыбу. Вообще, весь этот дом был куплен для меня, потому что мне здесь очень нравится. История, о которой пойдет речь, тоже началась из-за меня. Однажды папа Виктор пришел домой и принес мне креветки из обыкновенного супермаркета. Бррр! Да что такое принес? Что принес? Еду принес, как тут твоим ненаглядным. Да что ты принес? Что смеешься, что он замороженный? Ты где-то взял? Нужно было нормальный магазин купить и нормальные креветки. Здесь же замороженные креветки. Все их едят, если в магазине пойдут. Дай мне бутерброды какие-нибудь. Ну, я тебе дам, конечно, бутерброды. Ну, ешь, конечно, такой. Да. Ну, как кот этого не ест. Ты же не можешь, он нормальный. Кот не ест. Я ем. Вот это. Ну, что это называется? Это junk food называется. Деликатесы. Я не поняла. Ну, замороженные. Ну и что, что замороженные? Ну, понимаешь, в гробу я видал от твоего кота. Ну какого кота? Ну он же не может как бы это есть, все это не даже ненормально. Почему я могу это есть? Это же не экологически, это нормальные бутерброды. Ты не понимаешь, это хорошее. Это нормальная говно, колбаса. А какое это говно? Почему так говоришь? Это нормальные креветки. Если он не может жрать эти креветки, пусть идет и ловит своих мышей. Ну, он не может есть нормальные мышей. И ловит своих мышей там, и этих птиц, и приходит сюда сытый, и пусть спит. Каких мышей? Каких мышей? На улице мышей. Я не поняла, так мы же усыновили кота, это же наш родной кот. Я из-за этого кота еще вторую работу взял специально, для того, чтобы я не хватает у меня денег на эти бесконечные свежие рыбы. Я знаю твою работу, вот это твоя вторая работа. Это твоя работа с своим пистолетом, ты ходишь своими там машешь, стреляешь кого-то. Как ты с тобой работаешь, как я тебя не вижу поэтому, потому что как бы ты вот не можешь коту заработать. Креветки, да, и кот должен жрать мороженными зубами, как бы есть вот мороженые креветки. Значит так, либо я, либо кот. Вот так. Что ж, либо я, либо кот. Вот так, потому... Либо я, либо кот, да? Да. Либо это... ты, либо кот. Да, да, либо кот. Либо ты, либо кот. Это либо я, это либо кот. Потому что как бы я на тебя 25 лет пашу, как ненормальная дура. Я тебя обслуживаю с головы до ног. Стираю твои вонючие все трусы. Они не вонючие, мои трусы. Это же нет обручального кольца. Вот, у меня нет уже обручального кольца. У меня нет даже нормального никакого кольца. Я даже с тобой не зарегистрирована. У нас даже нет с тобой никакого брака. У нас как бы нет даже в паспорте штампа. И как бы у меня нет обручального кольца. И у меня нет как бы обручального кольца. И у меня нет engagement. У тебя ни конца и ни кольца нет. И у меня нет платья. У меня нет ничего. У меня нет документов. Либо, у меня нет паспорта. У меня нет как бы никакого штампа. Я на тебя, знаешь, как это... С улицы шлюшка на тебя работает. Как бы вот с улицы пришла такая какая-то девка, проститутка, работаю 25 лет, как ненормально с этим долбанным луком. У меня уже все глаза услезились. И как бы я должна тебе сейчас... Он коту не может привезти креветок. И как бы не нравится тебе еда. Не нравится тебе еда. Как бы не приходи ко мне вообще в спальню. И живи от меня отдельно. Я вообще с тобой в постель не лягу. Я не лягу с тобой в постель. Ты не знаешь, никогда будешь в мою спальню. Значит, так. И ты вообще никогда не притронешься ко мне, к моему телу. И забирай свой вонючий пистолет. И машин своим пистолетом. Слава тебе, Господи. Захочется твоим пистолетом машин. После этого папа с мамой не разговаривали 3 месяца и 3 дня. А папа все думал и решил созвать большой сбор.
Алло, да, это я. Слушай, надо срочно приехать. Угу. Да, у меня проблемы. Собрались братаны в моем доме на сходку. Вот приехал смотрящий по Западной Европе по кличке Цент. А это смотрящий по Восточной Европе по кличке Роланд. А это сам Пахан приехал. А с ним адвокат. Мало ли что, бумаги какие подписать понадобятся. Надо, чтоб все по закону было. Собрал папа всех в бане и говорит: «Ну что, братаны, собрал я вас для того, чтобы решить проблемы с этой тварью». Это он так про меня. Жизни мне с ним, говорит, нет, он в семье главный стал, насрал на всех, короче, жратву мою ест. Посоветуйте, говорит, что мне с ним делать. Ну и с братанов сразу идеи поперли. А потом их главный покурил и говорит: «Нет, нельзя кота трогать». Вот это, говорит, тварь божья. Это он правильно. Это тебе, говорит, не человек. Нам кота, говорит, валить не пристало. Так что придется тебе, Витек, жениться. We'll be right back.
bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing, all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. So, viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva. Everything around her is
Пусть плещет вино, я пью, все мне мало, я пью, все мне мало, уж пьяною стала, я пью, все мне мало, уж пьяною стала, и кружится стала, я пью, все мне мало, я пью, все мне мало. Постой, паровоз, не стучите, колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза. Просто.